доллар долларов купюру, а они не могли его подвести, потому что у них были веревки в руках. И они не знали, что с этой веревкой делать. Тогда я остановил упражнение через пять минут и сказал: нет никаких правил, никаких правил. Единственное правило: вы не можете использовать слова, не используя использовать речь. И я дал им еще пять минут, и они опять не могли никак сделать так, чтобы человек 100 долларов не мог поднять 100 долларовую купюру. Он ее видел, но его тянули этими веревками. Я сказал, никаких правил нету, подумайте. Кто уже догадался, как это сделать? Так вот, никаких правил нет. Нельзя только говорить. Вы можете снять пояс и просто подойти к этой 100 долларовой купюре. Желтые веревки, которые вас сдерживали, они представляли ваш страх. Я же сказал, никаких правил. Только слова нельзя мне пользоваться. Вы могли снять этот ремень и просто поднять ее. Так вот, когда я понял, что у меня вот эти невидимые желтые веревки меня сдерживают, которые не позволяют мне отправлять сообщения, беседовать с людьми, знакомить их с нашим бизнесом. Желтые веревки представляют ваши страхи, и они нереальны. Вы можете просто взять и снять этот пояс с вас. И, наверное, причина, по которой мы думаем, что эти веревки такие сильные, мы просто придаем им больше значения, чем они того стоят. Наверное, вы больше придаете значение слову ⁇ рекрутинг ⁇ Помните, задача не привлекать, а давать. Давать свое время давать э, э, время на то, чтобы сообщить информацию о компании, о продукте, о тех возможностях, которые компания предлагает. Хотелось бы поделиться с вами бесплатными, простыми бесплатными советами, которые сделают вашу жизнь легче в бизнесе рекрутинга. Первое. Вы хотите, чтобы ваши мечты были больше ваших страхов? Я знаю, мы очень часто говорим себе это и повторяем. Но если у вас вам... Кстати, однажды я как-то делал одно упражнение по сообщениям. 500 человек было в комнате, и э, упражнение за... почти заканчивалось, а мне надо было в туалет. И я вижу этот парень, он с телефоном, и у него большой палец в пол сантиметра от кнопки «Отправить» чтобы кого-то приглаши... пригласить на бизнес, и у него буквально пол сантиметра от экрана, он смотрел на меня, а я шел в туалет, 500 человек в комнате, он на меня смотрит и говорит, это сложно, я не могу отправить сообщение. Я взял, нажал ему на большой палец и помог ему нажать на кнопку отправить. Я говорю, ну раз и сложно, и что будешь этому пол сантиметра не давать, э, стоять на пути к твоему, к твоей мечте, к реализации твоей мечты? Неужели ты дашь этому половине этой сантиметра? не получить свою финансовую свободу, которую ты так заслуживаешь. Это первый совет. То есть ваши мечты должны больше ваших страхов быть. А второе, быть позитивным. Люди убегают от негатива. Это факт. И я постоянно удивляюсь, что люди, они просто слепы к негативу. И они не понимают, почему никто не хочет с ними работать. И третий совет. Часто делайте комплименты. Вы заметили, что вот в этой группе людей они часто ищут э, причины комп сделать человек другим людям комплимент всегда давай приносите положительные новости и я хотел бы поделиться с вами еще одной небольшой историей которая возможно вам поможет как я говорил я в корпоративной Америке уже 17 лет работал и я познакомился с одним молодым перспективным э, сетевиком, мы с ним так потом и не сработались. Он мне сказал, мне э, найти 30 э, человек, и, возможно, один из них подпишет тысячу человек в мою э, группу. Я как-то в мою команду. Э, у меня была не маленькая, захудалая квартирка, сломанная машина. Э, было около десятка, может больше тысяч долларов э, долга. И я написал, нарисовал на стене сетку и поделил ее на квадратики 10 на 10. Кстати, за 11 лет в сетевом маркетинге я никогда не подписал ни одного дистрибьютора. И когда этот парень сказал, рассказал мне про эту сетку, таблицу у себя на стене, и моя цель была поделиться возможностью 20, возможностями 12 раз в неделю, от начала до конца три презентации в неделю, 12 в месяц, простите, не в неделю, и моя задача была подписать одного человека в год на протяжении, ой, в месяц на протяжении двух лет. И мне сказали, что когда я полностью запомню эту таблицу, заполню эту таблицу, я смогу уйти с работы и стану исполнительным директором в компании, а это самая высокая должность в компании, если я заполню все 100 клеток. И каждый раз, когда я делился бизнесом, я заполнял одну клеточку. И я это сделал одна презентация, один квадратик. Я это сделал три раза в неделю, иногда четыре раза, иногда раз пять раз, в неделю, два раза в неделю. Но задача была 12 в месяц. И за два года я подписал 90 человек, не 24. И мой 16-й партнер, это была дама Джеки, которая подписала ещ еще одного человека в Тексасе, Джуби Л. И она проводила свои личные встречи. И затем эта барышня подписала 12 тысяч дистрибьюторов. У меня был двухлетний план. Это все, что от меня требовалось. У меня был двухлетний план. Я показал бизнес три раза в неделю. Моя задача была подписать 12 человек в месяц. Надо сжимать сроки в этом челлендже. Естественно, сейчас мы пытаемся максимально быстро делать, поэтому мы проводим 3, 5, 10 презентаций в день. Но социальные сети нам в этом могут помочь. Раньше было сложнее, поэтому обязательно Никогда не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, если у вас был неудачный день. У вас будет сотни плохих дней, сотни плохих месяцев и недель. И моя аффирмация, утверждение, которое я каждый раз себе говорю, когда у меня плохой день, плохая неделя и плохой месяц, я говорю, не сдавайся в плохой день. Если плохой день, не сдавайся. Если будешь придерживаться, успех будет гарантирован. Спасибо, Джордан. Действительно, шикарные истории, шикарные советы, классный тренинг. Ты классно вот рассказываешь материал через истории. Я думаю, именно поэтому ты настолько успешен в бизнесе. Очень ценю это. Лес Браун с нами, наконец-то. Но прежде чем я его представлю, я хотел бы кое-что вам разъяснить. Прежде чем мы начнем сегодня, мы раздаем 25 тысяч долларов в виде бесплатных подарков. 10 VIP-билетов, 30 билетов на GoPro, и мы также сегодня раздадим 5, 5 денежных призов по 1000 долларов. И все это произойдет сегодня. Все, что вам необходимо сделать, чтобы принять участие в лотерее, необходимо либо уже купить было билет. Кстати, Поставьте семерочку в чате, если вы уже купили билет на GoPro или пакет GoPro в бэк-офисе, и если вы еще не купили билет, обязательно купите его сегодня. Купите пакет GoPro сегодня. И если вы это сделаете, если вы купите билет сегодня, вы попадете в розыгрыш на один из пяти тысячных, однотысячных денежных призов, либо один из 10 uh, билетов, которые сможете подарить своему другу, либо 5 апгрейдов, то есть апгрейд до VIP-билета. И вы это можете сделать на сайте virtualgopro.com или в вашем бэк-офисе пакет GoPro, в который входит и гений финансов, и бонусная кру. И стопроцентная гарантия возврата средств, если вы не утроите свой доход за один год. Следующий человек – это просто легенда в этой индустрии Автора бестселлера, обязательно купите эту книгу. Называется Надо быть голодным. Если вы услышите эти слова, только один человек в мире, который, наверное, приходит вам в голову, когда вы слышите фразу Надо быть голодным или будьте голодным. Неважно, когда вы это может, это день благодарения, кто-то вам говорит, э -э -э ты, наверное, голодный, и вы такие поворачиваетесь, говорите, что, тут Лес Браун, что ли, к нам зашел? Вот настолько сильная его фраза и настолько цепляет, по крайней мере, в сознании американцев. И этот человек просто легенда, и для меня большая честь назвать его своим другом. Дамы и господа, Лес, прежде чем я тебе передам слово, позвольте мне рассказать, что тут происходит. У нас шестой день семидневного челленджа по рекрутингу. Я хотел бы, чтобы вы сейчас помогли людям преодолеть страх и начать действовать. Я хочу, чтобы вы помогли людям преодолеть свои сомнения и обеспокоенности и смело шагнуть в будущее. Я знаю, что жажда знаний и опыта – это большой компонент этого процесса. Но я знаю, что, Лес, ты самый лучший из тех, кто может помочь им в этом. Получить их личный личностный прорыв. Если вы хотите добиться прорыва, напишите прорыв в комментариях неважно на каком языке и неважно, сколько вы уже зарабатываете, напишите прорыв в комментариях. А пока я передам слово Лесу Брауну. Большое спасибо тебе, Эрик. Для меня большая честь и радость сегодня быть с вами. Я знаю, что я в присутствии великого. Я хочу, чтобы вы все подумали о своих целях и мечтах. Например, это какое-то крутое место, где вы никогда не были, не были. Но вы знаете, мы живем в весьма деструктивные, и отвлекающее время. Я хочу, чтобы вы подняли планку для себя. И вот что я знаю о вас, хотя я вас и не знаю, я с вами не знаком, но я точно знаю, что у вас есть что-то особенное, у вас величие. И если вы подумаете о своих целях и мечтах, я хочу, чтобы вы понимали, что это призвание. Причина, по которой вы здесь, причина, по которой вы слушаете и смотрите, причина, почему вы инвестировали свое время и усилия в это мероприятие, потому что это ваше призвание. Это работа, не работа, за которую вам платят, призвание ⁇ это то, для чего вы были созданы. У вас есть что-то, что заставляет вас помогать людям. Есть что-то в вас, что вам говорит ⁇ Я хочу контролировать свою судьбу ⁇ В каждом из нас есть что-то, что ждет и слушает голос истины внутри вас. Возможно, это единственное, что у вас будет, единственная зацепка в жизни, но если вы придержите, будете придерживаться ее, всю жизнь, то вы будете двигаться вперед. А если вы не будете слушать этот голос, кто-то постоянно будет тянуть за ниточки и управлять вами как марионеточка. А если вы примени, при, приняли решение тянуть сами за свои нитки, жизнь будет полностью в вашем распоряжении и контроле. Я расскажу, почему я люблю сетевой маркетинг и почему я считаю это мощным инструментом, что я считаю мощным инструментом в сетевом маркетинге, это ваша история. Ваша история имеет ценность и пользу. Стив Джобс как-то сказал, что рассказчик истории ⁇ это самый мощный и сильный человек в мире. Я согласен с этим выражением. Я родился в бедном квартале в во Флориде жил в покинутом здании вместе со своим братом. И когда нам было, наверное, 6 недель, мы попали в детский дом, а потом нас приютили, нас усыновили. У меня было две женщины в, в этом мире, которые называю своими матери, матерями. Одна из них дала мне жизнь, а вторая дала, воспитала и вырастила меня. И все свои, всеми своими успехами и в целом жизнью я обязан именно этим двум женщинам. И... Но сетевой маркетинг, он мне дал возможность заниматься тем, чем я всегда хотел заниматься. Делать работу, которую люблю. А это так сейчас надо людям, которые только что потеряли работу из-за ковида. Люди, которые уже почти прожгли все свои сбережения. Люди, которые сейчас, возможно, выгонят из дому, потому что не могут заплатить кредит за жилье. Сейчас увеличился процент даже самоубийств. А вы можете это все снизить, потому что у вас есть ответ вы можете помочь им стать своим собственным начальником. Когда я начал заниматься многоуровневым маркетингом, я хотел быть собственным начальником. Я не хотел а, работать на работе, где мне достаточно платили, чтобы я не ушел, но платили недостаточно. Чтобы мне самому уйти с этой работы. Но в какой-то момент я сказал: все, хватит, я сваливаю. И мне сказали, куда ты пойдешь, лес? Я говорю, куда угодно, но не сюда. Здесь я закончил. Огромнейшее количество американцев идут на работу, которую ненавидят, но при этом они боятся, что их уволят. Это как, знаете, на автомобиле э, ехать. Э, это здорово. Это подобно тому, как вы будто на автомобиле а, свалились с утеса. Вы, возможно, не любили этот автомобиль, но вы то в нем сидите, понимаете? И примерно так такая ситуация иногда иногда мне звонят э, клиенты и я им делюсь с ними совершенно сумасшедшими историями и они им нравится меня слушать потому что я обожаю то чем занимаюсь так вот я вам говорю неважно что сейчас происходит корона потеря работы вы должны понимать что возможность, Хотя и говорят, что она стучится в двери каждый день, нет, возможность заходит тихо-тихо, что ее никто не слышит. Но вы должны ее увидеть. И если вы ее увидите и схватите, вы сможете контролировать свою жизнь, контролировать свою собственную экономику. Вы сможете наконец-то уйти с той работой, которую вы ненавидите, но которую, с которой вы боитесь, что вас уволят. И наконец-то вы сможете нормально выспаться. И кто хотел бы такой жизни? Поднимите руку. Так вот. Я хочу, чтобы вы задумались о своих мечтах и целях. И хотя бы, хочу, чтобы вы сделали следующее. Я хочу, чтобы вы добились того, что это произойдет. Что вы сами себя убедили, что это возможно. Я хочу, чтобы вас, вы обревили видение. В одной из книг, которая называется «Я дам вам глаза, чтобы вы увидели», я рассказываю об этом. Мы поможем вам расширить свое сознание, повысить свой потенциал, чтобы вы добились той жизни, которую вы действительно хотите. В этом мире Эти меропри... это мероприятие поможет вам в этом. Декстер Йегер, от икона сетевого маркетинга, он сказал, когда мечта достаточно большая, шансы ее достижения уже совершенно не играют никакой роли. Не, не будьте конформистом, будьте трансформером, трансформируйте этот мир. И вам могу сказать из своего опыта, несмотря... Это возможно. Я сам через это прошел. Миллионы людей ищут именно вас, а вы им дадите ключик к той двери, которая позволит вам им стать лучшей версией себя. Это, это нужно. Это необходимо чтобы вы повысили свои навыки, улучшили их, чтобы вы научились рассказывать свою историю. Причина, по которой Стив Джобс сказал, что рассказчик истории – это самый сильный человек в мире, потому что, чтобы вести бизнес с людьми, они задут вам три вопроса. Это первое – кто ты, что у тебя есть и почему мне должно быть не плевать. Если вы посвятите время на то, чтобы сказать им, кто вы такой, что у вас есть, и что у вас есть это решение их проблем, которые помогут им стать лучшими версиями себя, что вы позволите им стать великими, как сказала Мать Тереза, написать следующую главу в их книге, в книге их жизни. То есть вы слушаете их, а они слушают вас, поскольку вы устанавливаете с ними отношения через вашу историю. И когда вы начинаете задавать, задавать им вопросы, спрашивайте их проблемы, их болячки, что им не дает спать, что их заставляет стрессовать, и получите на это ответ, Испе успех в сетевом маркетинге вам просто гарантирован. Философия Дейла Карнеги вам этом очень помогает, но я могу дополнить, никогда не… Не говорите людям то, что вы им хотите сказать, а говорите им то, что они хотят и готовы услышать от вас. Узнайте, в каком они положении, как они живут свою жизнь. А их положень, положение – это результат истории, которую они рассказывают о себе. И когда вы поймете их историю, вы можете отвлечь, опровергнуть и вдохновить. То есть вы их отвлекаете от их собственной истории, это называется самообъясняющийся стиль, вы ломаете их текущую систему верований, и вы их вдохновляете на том, чтобы они стали сами, самими владельцами своей жизни. Взяли жизнь в, свой, в свои руки. Помогите им жить жизнью мечт, а не страхов. И многие люди, они действительно, когда находятся в страхе, они забывают совершенно обо всем. Но есть небольшая кучка людей, сетевики, профессионалы, вы смотрите страху в глаза и поднимаетесь. И помогаете другим людям сделать то же самое. О да, это действительно возможно. И сам человек, возможно, это не сделает, но в команде. Это точно возможно. Хороша тут параллель с гусями. Гусь сам может пролететь очень большое расстояние, но континент гуси пролетают в косяке, когда они летят вместе. Люди, которые жаждут знаний, они всегда пытаются добить лучшего, поскольку там внизу уже слишком много людей. Они хотят быть наверху. Если вы действительно готовы уйти из места страха, покинуть эту страну, тогда вы готовы обрести свое сокровище. И поверьте мне, то место, где мы находимся, понимаю, Господь, Он всеми над нами смотрит, и Он никогда нас не бросает, Он нас испытывает. А те люди, которые не прошли испытания, они недостойны доверия. Только люди, которые прошли испытания, могут действительно увидеть в себе величие. Очень часто у нас был опыт, который нас просто сотрясал всю нашу жизнь. Единственное, куда мы обращались, это к Господу. И мы понимали, что именно Он трясет землю под вами. Он испытывает вашу веру. Он испытывает ваши силы. И только кто прошел испытание, достоин того, чтобы достичь величия. Вы более просто, чем набор мышц и костей. Вы должны принять решение, что время пришло, время пришло работать над собой, формировать в себе психологическую устойчивость и решимость. Я постро... построил свою карьеру на негативных людях, которые мне постоянно говорили нет, отказывались, отвергали, называли мой бизнес финансовой пирамидой, а теперь они смотрят на меня с глазами зависти. люди, которые много лет отказались, отказали мне им в помощи, чтобы я не, чтобы я не отказали, не дали мне возможность им помочь, сейчас кусаются за локти себя. Люди учатся 5 лет в университете, потом выплачивают свои кредиты за учебу, 40 лет работают только для того, чтобы едва им хватало на жизнь зарплаты, разве эту работу мы хотим? Нет, это время прошло, это время явно не 21 века. Вы должны понять, что достичь мечты это возможно. И для этого вам необходимо найти качественных людей в вашу команду. Вам необходимо рекрутировать людей с, со знаком качества. Только люди со знатным качеством вам могут помочь. Когда вы работаете над собой, когда вы не хотите быть конформистом, а хотите быть тем, кто преобразовывает этот мир, и когда вы улучшаете свои навыки, навыки рассказывания истории, способность рассказывания истории, как сказал Уоррен Баффет, не уметь общаться – это как подмигивать женщине, а в ответ никакой реакции – Вот так это работает. Это ваше время. Вы должны развить себе навыки общения. Вы способны на то, что еще никто не видел, не слышал, не пробовал, не чувствовал. Ваша способность рекрутировать людей, ваша способность привлекать людей и вызывать в людях лучшее. Мотивировать их, вдохновлять их на то, чтобы они выходили за пределы разума, предавали трудности, которые перед ними сейчас стоят. Ваша возможность общаться с этими людьми даст им знать, что они способны на большее. Но единственное, что действительно важно, это то, что происходит внутри нас. Действительно, вы родились в нужное время, в нужном месте, и вы приглашаете людей в сообщество. Великое сообщество. Мы зарабатываем много-много тысяч денег на наших друзьях. И когда я это узнал, я начал заводить друзей. И я сказал, что все, банкротство мне не светит. Это возможность сейчас создать сообщество людей, которыми движет желание достигать вершины. Сейчас вы являетесь частью организации, где у вас есть лидеры, которые имеют видение, миссию, необходимую профессиональную честность. Это ваше время, определение, определенно. Так вот, что бы вы сейчас не делали, чем бы вы сейчас не занимались, я вам скажу сказать следующее. У вас есть что-то особое, у вас есть величие. Вот моя история. И я ее придерживаюсь. И здесь я, наверное, поставлю паузу и могу вам сказать, что я проводил мотивационные мероприятия в Коломбо, Ахай, Агайо. Я проводил мер... мотивационные мероприятия, которые назывались Надо быть голодным. Я рассказывал о том, как я стал тем, кем я стал. Я им приносил ценности и пользу в их жизни. И я стоял, помню, в зале. И там был один из моих спонсоров. И кажется, рядом там было в соседнем помещении Holiday Magic. Кажется, еще одно мероприятие. И вот там человек спрашивал, я подслушал, почему ты здесь? А я не спрашивал, почему ты здесь? И один мой э, друг там сказал, что он часто слышал этот вопрос, почему ты здесь? Где ты был и куда ты идешь? Вот три вопроса, а не просто почему ты здесь. Почему ты здесь? Это первый вопрос. И позадумайтесь над этим вопросом. Я очень много слышал разных историй. Кто-то мне как-то сказал, что... Я, когда встретил этого парня Мар... Марвина, я знал, что у него тяжелое прошлое. Я знал, что никто в него не верил, но я посмотрел ему в глаза и понял, что он хотел чего-то добиться в этой жизни. И так оно и произошло. Он стал одним из лучших э, спортсменов. Речь шла о великом футбол... американском футболисте. И у нас есть этот талант талант распознания гения. И во время презентации, когда вы проводите презентацию, вы говорите, что вы можете подвести коня к колодцу, но вы не можете заставить его пить. Но если вы научитесь стратегически рассказывать свою историю, достучаться до сердца людей, вы можете создать в них жажду. Другими словами, вы можете заставить их напиться из этого колодца, а не только привести к этому колодцу. Я помню, было мероприятие, было очень 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 много людей мне очень понравилось и речь мне кажется если не ошибаюсь мы говорили тогда о саморазвитии одно из моих ключевых э, мероприятий и я видел огонь э, в этих в глазах этих людей и я понял что занимаюсь тем бизнесом который должен заниматься помочь одному человеку одно но когда ты помогаешь тысячи людей. Это совершенно что-то невероятное. Ощущение от этого. И есть еще такое выражение, что если вы дадите людям, что им надо, они вам дадут то, что вам надо. Это закон. Я столько людей переслушал, поучился, и, и наверное, их опыт, который я собрал в себе, позволил мне стать тем, кем я стал сегодня. Слушайте людей, они вам помогут мне неопределенно помогли достичь тех высот, на которых я сейчас нахожу, и стал тем Лесом Брауном, который вы видите сейчас передо мной. В каждом из нас есть что-то особое. В вас есть что-то особое. В вас есть величие. Есть люди, которые ждут вашего голоса. Они ждут вашего послания. Вы как ангел, несущий им благую весть. У вас есть лидерские навыки, есть структура, и у вас есть процесс, тот мост, который поможет людям перейти через реку страданий и боли, и вы можете открыть в людях силы, о которых они даже не знали. У вас есть способность мотивировать людей, которые готовы разбить фундамент их неуверенности и построить лидера из себя. У вас есть эта способность раскрыть в людях лидеров и вырастить лидеров из них. Это величие есть в каждом. Меня зовут Лес Браун. И Эрик, и Марина, Уори, для меня это большая честь быть их друзьями. Это моя история, и я от нее не отказываюсь. Давайте всем похлопаем лесу Брауну, поблагодарим его, выразим свою любовь. И лес, вот пару слов, прежде чем мы разойдемся, я хотел бы пообщаться с тобой, прежде чем мы распрощаемся. Вот у меня сам сын, его зовут Тейлор. У меня уже, кстати, два внука Тейлор и отец. Так вот, Тейлору, когда было 7 лет, 26 лет назад, получается, я как-то сидел на бэкстейдже на одном мероприятии. И Лес там был, кстати. И он когда подходит к моему сыну, и он берет его вот так за, бак... за уши, да, с двух сторон головы, и спрашивает: Как тебя зовут молодой человек? А мой сын округлил глаза и говорит Тейлор. А он говорит: Тейлор, давайте я кое-что расскажу. Ты имеешь в себе величие, в тебе есть величие. Ты веришь мне? Тейлор говорит: да. Так вот, иди и сделай так, чтобы так оно и было. Я верю в тебя. Я просто обомлел, у меня мурашки по коже, эмоции переполняют. Говорю: вот это подарок. Так вот, ты Лес, это сделал для всего мира. И Лес Браун. Он присоединится к нам на GoPro. 11 декабря 12-13. Он будет один из наших суперзвезд. Невероятный, сумасбродный. Спикер, который изменит вашу жизнь. Олес, расскажи, что людям ожидать от GoPro, от тебя конкретно, и почему они должны купить билет, поскольку купив билет они только посмотрят на тебя. Но только они смогут участвовать во всех розыгрышах, бонусах и всех других плюшках, которые дарит компания. Расскажи людям, почему необходимо купить билет, если они все еще не купили. Если они купят билет прямо сейчас, вот что произойдет. Я считаю, что мы родились именно в это время по определенной причине. Когда я просыпаюсь каждое утро, я говорю, что все складывается хорошо для тех, кто любит Господа и кто действует по своему призванию. У меня был а, рак простаты. И несмотря на то, что у меня до этого все было хорошо, мой врач-онколог мне говорит, слушай, у тебя очень-очень плохие результаты. Я удивлен вообще, как ты стоишь на ногах. А потом все пропало. И он говорит, а как ты это сделал? Я хочу посоветовать своему отцу. И я говорю, ничего, надо быть просто нести добро и позитив, и радость. Особенно сейчас, во время ковида. Да, я помню тот момент, когда я посмотрел в глаза твоему сыну, Тейлору. Я все такие моменты помню. И я это делаю в жизни каждого человека, с которого я встречаюсь. И я говорю людям, Записывайтесь на курсы самообразования, слушайте каждый день, заряжайтесь положительной энергией. Я помню, проводил как-то тренинг по стратегии, как найти себе самое лучшее, и также делился секретами о том, как э, создать опыт благодаря своим историям, как рассказать историю наиболее привлекательным образом. И если бы просто информация могла иметь, э, изменять людей, Тогда все были бы богатыми и стройными. Но я рассказывал не об этом. Я рассказывал о том, как создать ощущения и опыт, потому что именно они изменяют жизнь у людей. Поэтому, если вы придете на GoPro и приведете свою команду, я вам гарантирую, что вы никогда уже не останетесь преджими. Я заставлю их жаждать знаний. Спасибо, Лес, я знаю, что у тебя очень плотный график, ты помогаешь людям по всему миру. Спасибо, что заглянул к нам на огонек и помог нам в этом, помогаешь нам в это невероятное сложное время. Хорошей тебе а конца дня и в целом, да? Пока-пока, пока-пока. Оставайтесь голодными. Увидимся на GoPro, уверен, это будет круто. Ну что ж. Итак. У меня еще пару есть объявлений, а я с вами ими поделюсь. Кстати, я не ожидал, что Лес Браун прямо вот предложит э, такой вклад внесет. Но ну, если вы все еще сомневаетесь и не знаете, будете ли вы 11-12 декабря сейчас, вот э, могу вам сказать, что Лес Браун тоже предложил свой дополнительный курс включить в билет GoPro. Если вам этого еще недостаточно, но ну, я прям не знаю, определенно в декабре у вас будет возможность полностью структурировать и организовать свои мысли. В декабре вы сможете разработать план своих действий. Именно в декабре вы сможете э, расширить свое сознание. Это и есть тот самый двойной удар. Челлендж – это удар левой. А GoPro это удар правой, и вы просто нокаутируете все свои проблемы, и 2025 год будет 2021 год будет вам лучшим годом. Мы нас научим вас, как работать в социальных сетях, мы научим как общаться с людьми и делать презентации, вас научим как обеспечивать дупликацию. мы вам мы вам поможем, поможем как добиться личностного прорыва, и мы покажем вам как не только стать лидером для себя самого, но и для своей команды. И в конце концов, создать фа фабрику лидеров в своей организации, это будет самым важным мероприятием в истории сетевого маркетинга. И вы должны там быть, вы, вы обязаны там быть. Я в начале этого челленджа уже говорил, что я сделаю невозможным отказ вас, ваш отказ от участия в этом мероприятии и приобретения пакета GoPro. Наверное, если кто-то подумал, если ты будешь мне дарить машину, то, скорее всего, я туда стану. Так вот, не просто вы можете участвовать в призах, и не только вы услышите всех других спикеров и Леса Брауна в том числе. Я вам сейчас покажу кое-какие еще бонусы. Выведите, пожалуйста, их на экран. Дайте мне несколько секунд, я вам покажу. Итак, если вы уже купили билет или купите его, купите его сегодня, вы в любом случае получаете мастерство социальных сетей, 7 навыков за 7 дней, 20, как на, зарекрутировать 20 человек за 30 дней, мастер-класс, коммуникация для конверсии с Питом Варгасом, Будем челлендж о том, как начать все заново с Дином Грасиози. Фрейзер Брукс, он расскажет об успехе с, с, со сториз в Инстаграме. 97 долларов, сам по себе уже стоит он. И также Лес согласился, помимо всего вот этого, выбрать вам, предоставил, согласился предоставить вам аудиокурс, который называется «Выбери свое будущее» а также у нас будет двухдневный семинар с Лесом Брауном, который называется «Курс обучения ораторскому мастерству», который в целом стоит 497 долларов. Мы с ним уже тренировались как-то два дня, и мы включим этот бонус-курс дополнительно в ваш пакет. А что надо сделать? Всего лишь приобрести его. И вы скажете, я не могу там быть. Ну и что? Ну и что? Вы получите уже продукт на общую стоимость 2379 долларов, который позволит вам построить свою империю в сетевом бизнесе. Вы скажете, и что? Так вот, я же сказал вам, что мы сделаем все возможное, чтобы ваш отказ был невозможным, чтобы вы не смогли нам просто сказать нет. Так, проходим на... VirtualPro.com, покупаем билет, либо идем в бэк-офис и покупаем пакет GoPro и еще получаем 12-месячное сопровождение от топ-лидеров Favorite. И эти бонусы, они не будут включены, если вы соберетесь купить билет на следующей неделе. Все эти бонусные вещи, они включены только если вы делаете покупку в течение челленджа или до него. Поэтому обязательно проходим на виртуальное GoPro или в бэк-офис и покупаем там пакет. Это отличная возможность сэкономить. У нас еще два невероятных э, спикера и презентации. Буквально через 20 минут вы послушаете Трента Шелтона, а сейчас вы послушаете Рики Франсуас антомайер у которых свыше 500 личных э, подписанных людей в первую линию. Они расскажут о процессе. До, во время и после. Ну что, давайте их поприветствуем. Здравствуйте все. Мы очень счастливы быть здесь вместе со своим мужем. Нам так повезло быть здесь на платформе вместе с топ-лидерами в этой профессии. А также спасибо, Эрик, за то, что ты нас пригласил, за эту возможность. Мы бы никогда сюда не попали без тебя. Спасибо, ребята. И вы знаете, это было просто супер. Если вы чувствуете то же самое, тогда, пожалуйста, единичку поставьте. Итак, сегодня, ребята, я хочу вас научить э, пять моих фундаментальных советов дать, как можно стать профессиональным Рекрутером. Вы хотите стать такими? Хотите этому научиться? Хотите, имеете ли желание измениться, а также стать мастером этой профессии? Итак, что сегодня надо сделать? Я буду вам говорить, исходя из того, что вы уже настроены на это. Итак, самое важное свое ваше недвижимость или достижение это вы. То есть это, конечно же, часы саморазвития, которые вы тратите каждый день. И как уже многие говорили, каждый день надо работать. Второе, надо вера, конечно же. Это просто поразительно, что вы проводите эту неделю здесь вместе с нами, потому что вы потом будете делиться, делиться с этим, с людьми, делиться видением. И поэтому вы выработаете веру в эту профессию, в, эту, в свой продукт, в свою компанию. И это, конечно же даст вам возможность продвигаться. Да, я сказала вам о топ-5. Итак, первое, что я поняла, это то, что рекрутинг начинается с вас. Это то, с чем я боролась, когда я только начинала. Я не понимала этого, но вы знаете, я действительно болела людьми. И я должна была положить свое эго, оставить его где-то в стороне. Не важно, что они думают о вас. Я должна побороть саму себя. И это самое важное три слова, которые я могу вам сказать. То есть поборите самих себя. Мы живем в обществе, где может быть сложно, э, сложно не думать о том, что люди думают о вас. Потому что если вы посмотрите в Инстаграм, в ТикТок, э, в Фейсбук, на все эти фотографии, что мы делаем? Мы смотрим на жизнь других людей, но вы должны пон понять, что эти люди, они не позволят реализовать ваши мечты, они не позволят зарабатывать вам деньги, они не принимают решения за вас. И когда я преодолела саму себя мой э, бизнес превратился с этапа «хорошо» в «супер». И вы должны э, четко это понимать. Это как будто вы ходите в спортивный зал и пытаясь привести себя в форму. То есть, если у вас не получается, сначала вы не худеете, конечно же, вы там не сдаетесь, и здесь не надо. Второе, надо понимать людей. Очень многие люди, они разные, это сложно. Когда вы делитесь с людьми, что вам нравится, что не нравится, чему вы доверяете, но эти люди, с которыми вы общаетесь, они может быть им это нужно даже больше, чем вам нужно. но к сожалению они не понимают этого, они не хватаются за эту возможность пока, потому что пока ее еще не видят. И это есть для этого есть система. Вы знаете к 65 годам большинство людей у них нет денег, потому что, почему? потому что они ходили в школу, они получили свою, свое образование, потом в университет, но при этом они никак не менялись. То есть для того, то есть требуется большое время со школы, потом университет для того, чтобы запрограммировать разум у людей. И нам необходимо это делать, надо понимать. То есть, когда вы работаете, не принимайте это на себя. То есть, вы будьте, пожалуйста, терпеливы, потому что реалистично, если вы рассказываете это кому-то, например, старше 45 лет, либо даже старше, они, может быть, на кого-то работали уже всю свою жизнь. Просто представьте себе, как они себя чувствуют, и пытайтесь поставить себя на их место. Место. и иногда, то есть, но ну, как бы э, пытаясь поставить себя на их место, вы понимаете, что выход из зоны комфорта это процесс. То есть это не о вас, это о том, что вы делаете для своих потенциальных клиентов. И когда я впервые познакомилась с этой индустрией, мои спонсоры, мои друзья, э, то есть, вы знаете, потребовалось 7 лет у моего спонсора. Э, я представила это другу, она понимала основы этого бизнеса. Время, конечно же, очень, очень важное. И для вас, ребята, может быть сложно, конечно же, понять, может быть, цели компании, понять ранги, которые есть в этой компании, но вы должны понимать, что это процесс, вы не будете, не сможете убедить людей в самом начале. Но это не то время, когда надо отказываться. И как Брайан говорил, то есть ну как бы мы с вами создаем бренд, мы говорим о том, что у нас есть. Поэтому не спешите и помните, вы должны их постоянно подвергать этому, постоянно приближать, вовлекать. Итак, четвертое ⁇ это идентификация проблемы, а также предложение решения. Мне кажется, что мы уже много об этом говорили, многие люди говорили, но ну, вы знаете, хочу показать вам свой сценарий. Я хочу, чтобы вы прошли это со мной. Итак, у нас есть 20-летняя девушка. Она она хочет купить автомобиль, подходит продажник и говорит, как я могу вам понять, она, как я могу вам помочь. Она говорит, у меня есть 30 минут всего лишь. И в этом сценарии вы продавец, вы продаете автомобили, и к вам подходит 20-летняя девушка, которая является вашим потенциальным клиентом. Итак, тогда продавец говорит, вот эта машина, которая подойдет вам. И вы знаете, когда эта молодая девушка подходит, она смотрит, она ищет автомобиль. А здесь продавец Джон, который должен как-то ее убедить. Итак, она садится в автомобиль, она видит все эти огоньки, и тогда что он делает? Он переливает на нее, выливает на нее огромное количество информации. И так проходит 27 минут. И потом он говорит, кстати, как вам, как вам вот этот автомобиль? И она говорит, вы знаете, осталось совсем чуть-чуть, но вот эта машина, та машина, вот там машина. Но вы знаете... Мне было, например, 16, когда у меня были, у меня родились близнецы. Это автомобиль. То есть, ну как бы она рассказала о своей о своей жизни. Получается, что продавец с самого начала, не узнав, что ей точно необходимо пытается продать ей автомобиль, который ей изначально не подходит. Поэтому слушайте своих потенциальных клиентов. Если бы он послушал ее первые пять минут, он бы четко понимал, какой автомобиль ей необходим, автомобиль ее мечты, который бы помогал ей в ее жизни. То есть будьте, не, будь, не совершайте такие ошибки. И последнее, вы знаете, что бы я хотела вам сказать, это, конечно же, профессиональный рекрутер профессиональный назначатель встреч. То есть... Ваша работа заключается в том, чтобы все выложить на стол, показать свою презентацию. Будем надеяться, что вы, ребята, будете пользоваться определенными рычагами, инструментами, потому что это самое важное в этой индустрии – система. Вы просто следуете этой системе, обучаете. Это просто супер, правильно? Когда у вас, вы, например, являетесь врачом, то вам необходимо сначала много-много лет для того, чтобы обучиться. То есть пользуйтесь этими рычагами, пользуйтесь теми инструментами, системами, которые есть в вашей компании. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу убедиться и сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Вы знаете, если вы создаете списки, я знаю, что, конечно, бизнес, может быть, ведется по-разному. Может, у кого-то не получается. Но вы звоните, совершаете первый закон, звонок, и должен быть спонсор, который говорит, да, я очень тобой горжусь. Рекрутинг ⁇ это процесс, и очень важно, чтобы вы непрерывно продолжали. То есть не пытайтесь все сделать единомоментно. Продолжайте, продолжайте, не останавливайтесь. И что бы я предложила это то, что у вас должен быть определенный сценарий, определенный сценарий, который вы можете пользоваться, а пользуясь ими, то каждый раз вы сможете назначать встречи, следуя своему сценарию, своим скриптам, вы сможете его дорабатывать, и таким образом вы вырабатываете в себе самоуверенность. И если вы пользуетесь этот сценарий, каждый раз его пользуетесь, то есть вы становитесь уже профессионалом, но используя этот сценарий, а также ощущая эту уверенность, вы можете его дорабатывать. И кроме этого, это показывает вам, где, по какому направлению развиваться, что дорабатывать, что изменять. И вы знаете, они подписываются не из-за вашего бизнеса, они подписываются из-за вас, потому что вы даете им какую-то значимость, ценность. Итак, я хочу, чтобы вы сейчас записали следующее. Первое. Это надо создать чувство срочности и, созда и создать беседу. Второе ⁇ это интерес. И третье ⁇ это давление комплимента. Сейчас приведу вам определенные примеры. Например, когда вы звоните, говорите с кем-то, очень важно для них знать, что у вас нету 20 минут посидеть, потому что вы ничем не занимаетесь. Вы взволнованы, вы должны показать это через свои действия. Например, вы звоните кому-то, и э, потом говорите через 20 минут, ой, ты знаешь, у меня кое-что, что есть. Скажите, неужели кто-то поверит, что что-то в вашей жизни действительно потрясающее происходит? Если вы 20 минут просто говорите ни о чем, то есть чем больше вы ждете, тем э, понятнее это до них говорит. То есть вы звоните и говорите, у меня всего лишь 5 минут, но я хочу тебе кое-что рассказать. Это самое лучшее время. Попросите их разрешения. Конечно же, вы не хотите на них выливать эту информацию, либо, например, отвлекать их, откуда, может быть, их сын первый раз играет в бейсбол. То есть делайте так, чтобы это соответствовало интересам человека. Во-вторых, задействуйте свою апплайн. Э, То есть мы начали первую кампанию, у нас не было никакого опыта. Мы всегда пользовались историей кого-нибудь другого. Всегда был кто-то в нашей команде, кто нам помогал. А также продавайте их истории на вашу пользу. Например, у меня есть хороший друг, либо у меня есть хороший партнер скажем, его зовут Джон. Он супер успешный, он предприниматель, он миллиардер, он познакомил меня с этим проектом. И то есть, все, что. Вы должны полагаться на этого человека. И для того, чтобы это звучало правдиво. Третье. Это самое главное, мне кажется, что для того, чтобы мы все достигли своего... Да, вы знаете, надо говорить комплименты. Когда говорите им, дайте им какую-то определенную причину. И пускай этот комплимент идет от вашего сердца. Вы говорите, ты знаешь, ты мне нравится, как ты работаешь, ты, мне нравится ты как человек, мне нравится а, твоя мама и так далее и тому подобное. Может быть, это не для тебя, может быть, так и есть, но неважно. Несмотря на это, я так тебя очень так люблю, я так забочусь о тебе, мне так важно твое мнение. Неужели кто-то осмелится сказать на такое нет и не, не будет готов вас выслушать? Здорово. По-моему, шикарные советы. Посмотрите просто на нее. Она и красивая, и умная одновременно. Итак, вот вам секрет. Если вы... Нет, если у вас нет мужа или жены, заведите себе мужа или жену, и у вас определенно будет успех. Вы знаете, я должен поблагодарить Господа за то, что мне дал возможность встретить эту барышню и работать вместе с ней. И действительно... За последние шесть дней, которые я сегодня у... информацию, которую я услышал, это просто что-то невероятное. Во-первых, хочу вам сказать, что я никогда не мечтал о том, что я буду выступать на публике или заниматься рекрутингом. Совсем нет. Но сегодня я могу вам сказать, что это было нужно для тех, чтобы реализовать свои мечты. Я должен был этим заняться. И я понял, что каждый шаг к успеху – это пройти через дискомфорт. Всякий раз, когда я должен был Выйти на новый уровень, сделать следующий шаг это всегда было дискомфорта, но это было нужно. Так вот, поставьте чаточку единич, единичку в чат, если вы готовы на такой же дискомфорт и идти со скоростью, с быстрой скоростью. Я вам расскажу, как за 7 дней, не имея никакого успеха, вы можете добиться успеха. Мы. Заработали, а, при, привлекли огромное количество подписчиков и регистрантов благодаря этом, этому методу. Вы готовы? Давайте. Во-первых, первый контакт. Я считаю, что очень много, многие люди этого не, именно не делают. Все вам учат, как делать приглашение, но они забывают простую-простую вещь. Если вы сегодня хотите этот секрет получить, будьте тем, кто профессионально назначает свидания и встречи. Если бы я по позвонил Джейсону, например, я мысленно готовлюсь к этой встрече. Я не говорю ему о своей усп истории успеха, не говорю о своей продукте, о своей компании, о своей структуре. Нет, я просто назначаю встречу. Завтра в 4 я на назначил встречу с Джейсоном. И когда его приглашаю, я уже как будто спешу, как я это делаю сейчас. Я назначил встречу на 4, позвонил ему. И все, его время вышло. Я очень спешу. Я создаю впечатление занятого человека. Также можете позвонить этому Джейсону. И пока я разговариваю с Джейсоном, я отправляю ему сразу же видео. Я не теряю контроль. Вы должны иметь контроль над результатом. Но вы должны с самого начала поставить себе такую установку. Я ему говорю по телефону и сразу же говорю, слушай, Джейсон, у нас назначена встреча, я сейчас отправляю тебе видео, посмотри ее прямо сейчас. Я это делаю сразу же. И я уже параллельно сделал трехстороннюю встречу с Франсуас. Она моя спонсор, человек, у которого уже есть опыт в маркетинге, который умеет отвечать на вопрос на вопросы, человеку, у которого очень большая история больше моей. И пока я с, с Джейсоном на телефоне, я уже назначил вместе с ней трехстороннюю встречу. И я сегодня здесь перед вами, потому что моя жена когда-то пригласила меня на трехстороннюю встречу. Франсуас мне сказала, что я как-то ей сказал, что знаешь, я никогда не займусь сетевым маркетингом. Она говорит, удачи тебе в жизни, раз такое дело. И вы знаете, я никогда не думал, что у меня это получится. Но она меня связала по телефону с человеком, который зарабатывал 50 тысяч в месяц, ой, в неделю, представляете? И я подумал, этот парень мне будет помогать. Конечно, я пойду на такую встречу. И когда я предлагаю Джейсону встретиться с Франсуаз, я использую третью сторону с выгодой для себя. Потому что новички не знают, что делать. А если что-то они делают, то они могут делать это неправильно. Или они думают, что делают правильно, но они этого не понимают, поскольку у них не было опыта. Поэтому я приглашаю человека, у которого уже есть опыт, которому дается это легко. И вот еще один ключ для сетевого маркетинга – это наставление. Мы забываем людей учить. Я позвонил, показал видео, я параллельно связался с Франсуаз, и я говорю, Француза, Франсуаз, я же не собираюсь делиться, я собираюсь с тобой поделиться этой возможностью. Нет, я говорю, слушай, Джейсон, я сейчас тебе покажу, как мы можем тебе помочь, и Франсуаз тебе расскажет историю. Она поделится с тобой своей историей. И я сначала подготовлю Джейсона, Джейсона, чтобы он уже был комфортно себя чувствовал вместе с Франсуаз. А потом я уже продам Франсуаз. Франсуаз зарабатывает 3 миллиона долларов. Она делает это из, из дому, работая из дому. Она не работает на какого-то богатого или дядю, или в офисе в корпоративной Америке. Она работает из дому в свое удобное время. И я ее... Продаю. Если Дж... Франсуа сама себя бы продавала, это было бы неловко и неправильно. Я этим занимаюсь. Я продаю своего спонсора, своего лидера. Человека, который заработал 3 миллиона долларов за 5 лет. Вот сколько надо для этого времени. И она научила меня это делать. Я психологически уже знаю, что когда я покажу прогресс а, Джейсону и дам ему эту информацию... Я понимаю, что он уже зацеплен, а я еще даже историю ему не рассказал. А когда придет Франсуас и расскажет свою историю, она просто шибет его с ног. Он будет полностью нокаутировать, но он уже открыт для беседы, он уже видит полную картину. То есть я ему просто дал наставление. Я сказал, что 90 человек процентов человек, которым показываю эту систему, они подписывают и работ, начинают работать в этой компании. Обязательно заведите себе такую книгу. Она мне помогла заработать свыше 3 миллионов долларов. Все имена, все контакты в этой книжке, в этом блокноте. Вот что вы ели три недели назад, во вторник? Вы не помните? А как вы будете помнить человека, с которым вы беседовали месяц назад? Записывайте. И вы должны постоянно сопровождать своих потенциальных клиентов. Кто-то говорит, я не хочу.